здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Будни». Сегодня среда, 11 октября. О событиях этого дня расскажут корреспонденты Бийского телевидения и я, Анастасия Исаева. И вот лишь некоторые темы этого выпуска. Слов благодарности так и не услышали. Дорожники заканчивают укладывать асфальт во дворах. На доделке остается меньше недели. Больше полувека назад она открыла свои двери. 25-я школа Бийска отметила юбилей. Каждый четвертый отправится топтать сапоги. В нашем регионе продолжается призывная кампания. Меньше недели осталось у подрядчиков на доработку и устранение недочетов. До 17 октября все дворы Бийска, которые участвуют в программе «Комфортная городская среда», должны быть приняты специальной комиссией. Уже завтра в городской администрации пройдет заседание общественной палаты. Одним из основных вопросов станет дальнейшая реализация федерального проекта. Сегодня чиновники, общественники, дорожники и коммунальщики побывали во дворах в районе улиц Мерлина и переулка Гастелло. Увиденным комиссия осталась довольна. А вот подрядчики за проделанную работу слов благодарности от жильцов еще не услышали. Сложилось впечатление, в основном одни претензии. А спасибо никто не сказал как-то вот. Ну, неужели не оценили? Я вам сказала, что как бы претензий никаких нет, а покажет весна. Отметим, что в этом году в рамках программы капитально отремонтируют почти 90 бийских дворов. На эти цели из федерального бюджета выделено около 88 миллионов рублей. Новый асфальт везде уже уложен. В некоторых дворах осталось привести в порядок придомовую территорию. После осмотра дворов в границах Мерлина-Гастелло у чиновников и общественников серьезных нареканий и вопросов не возникло. Качеством дорожного полотна жители остались довольны. Все прекрасно, все замечательно. А как подъехать? Вы вон там заснимите. Вот с улицы выехали, и вот она яма, вода. Ребята, ну так не делается. В рамках программы формирования современной городской среды подавали в общественную комиссию заинтересованные лица заявки. Что входило в заявку? Это дизайн-проект, сметная документация, утвержденная в кривом ценообразовании. И общественная комиссия принимала решение, принять или не принять. То есть вот этот двор, о чем сейчас мужчина говорит, был подан полностью вот в этих границах, которые на сегодняшний фактически на сегодняшний день выполнены. Работы выполнены в полном объеме с учетом того плана, того дизайн-проекта в полном объеме. То, что дополнительно там уже территория, где не заасфальтировано, программа будет действовать и дальше. Правильно вот вы говорите, что там где-то асфальт нужно восстановить, там с другой стороны соединить. Это все работы будут продолжиться, но уже как бы в следующие года. Несколько десятков мешков для мусора не хватило, чтобы очистить всю территорию. Сегодня на берег реки Бия в районе АБ высадился экологический десант. Волонтеры в течение 2 часов очищали береговую территорию от отходов. Ну, конечно, здесь работа непочатый край. Мы не можем сказать, что мы прям убрали весь берег, территорию АБ, но все-таки большую часть берега и леса мы убрали. Зависит от каждого из нас, какой будет наш город, какая будет наша планета. Мы, каждый из нас может что-то сделать для этого. То есть не нужно говорить, что мы ничего не можем, мы ничего не сделаем. Сделаем мы все, мы будем вместе, мы будем активны, и тогда мы будем жить лучше. Акция «Экологический десант» была предложена студентами Бийского технологического института. Преподаватели на такой призыв охотно откликнулись. Вооружившись перчатками и мешками для мусора, студенты 1-го и 2-го курса вышли на уборку водоохранной зоны в районе АБ. Протяженность этой территории составляет 200 метров. В течение 2 часов волонтеры очищали береговую линию от отходов. Чаще всего им попадались пластиковые бутылки и стаканчики. Отметим, что этот участок для уборки волонтерами выбран не случайно. Лесопарковая зона АБ является излюбленным местом отдыха бийчан. В ВУЗе уверены, что подобные акции смогут повысить интерес к волонтерскому движению и послужат примером для других образовательных учреждений. Ветераны Первомайского района впервые побывали в Бийске. Гости познакомились с историческим наследием нашего города и пообщались с коллегами по общественной деятельности. Такую эмоциональную и плодотворную встречу помог организовать депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Что успели увидеть пенсионеры из соседнего района и как прошла встреча, расскажем в нашем следующем сюжете. Барнаул, Бийск.
Скорый пригородный поезд «Калина Красная» точно по расписанию доставил ветеранов Первомайского района в Наукоград Алтайского края. Мы следуем традиции нашего совета. Наши ветераны любят путешествовать. День ветеранов расписан поминутно. Первая остановка – музей истории Алтайской духовной миссии. Сегодня архиерейское подворье – одно из туристических жемчужин Бийска. Именно здесь архиерей принимал у себя людей, решались важные церковные вопросы. Сразу перед вами старинный стол, которому примерно 135 лет. 19 залов исторического комплекса хранят десятки тысяч уникальных артефактов. Каждый экспонат вызвал неподдельный интерес ветеранов. У нас здесь есть несколько святынь. Одна из них – это икона, которая пострадала при пожаре. У нас есть книга «Апостол» 1633 года. Очень прекрасен музей. Мы так все в восторге. Мы рады людям, которые несут сюда прекрасные вещи. После часовой экскурсии по архиерейскому подворью – прогулка на свежем воздухе по старому центру Бийска. Закончился променад вдоль купеческих особняков у мемориального комплекса воинам-бийчанам. Здесь с ветеранами Первомайского района встретился депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. И тут же гостям присоединились бийские пенсионеры. Продолжилось общение уже за чашкой чая в Центре общественных объединений. Ветераны общались, делились опытом. Чем чаще будут встречаться ветераны, много полезного они приобретут для себя. Вообще этот день стал возможен благодаря инициативе председателя Совета ветеранов Первомайского района Ольги Скоробогатовой. На личном приеме у депутата Госдумы Александра Прокопьева она попросила о содействии в организации экскурсии в рамках месячника пожилого человека. Депутат горячо поддержал идею и предложил поездку в Бийск. Я благодарен Ольге Петровне за то, что она проявила инициативу, пришла на личный прием, мы поговорили. Я думаю, что, как говорится, нужно чаще встречаться. После чаепития ветераны все вместе отправились на экскурсию в Бийский драматический театр. Гостям показали места, обычно скрытые от зрителей. Эмоции переполняют. Восторг от увиденного не передать словами. И целого дня оказалось мало. Ветераны Первомайского района уже строят планы на будущее, ждут бийчан с ответным визитом. Анастасия Исаева, Сергей Доровских, Иван Зяблицкий. Будни. В эфире информационная программа «Будни». Смотрите далее в выпуске. Больше полувека назад она открыла свои двери. 25-я школа Бийска отметила юбилей. Каждый четвертый отправится топтать сапоги. В нашем регионе продолжается призывная кампания. Тепловая пушка всего за 1479 рублей. Формула М2. Здесь выгодно всегда. Балконы и окна от производителя. Только сейчас и только для вас. Скидка 15%. Быстро, удобно и выгодно. Компания «Перспектива». 40-63-58. Всероссийская декада подписки. Внимание! Только 10 дней с 5 по 15 октября. Оформи подписку на газету «Бийский рабочий» в любом почтовом отделении и получи скидку от 7%. Подробности по телефону 317-204. Масляный радиатор всего за 1999 рублей. Формула М2. Здесь выгодно всегда. Каждый четвертый отправится топтать сапоги. В регионе продолжается призывная кампания. Этой осенью ряды вооруженных сил России пополнят около 2500 парней из Алтайского края. Несколько сотен – это молодые люди из Бийска. Начиная с октября и по 31 декабря включительно бийские парни будут получать повестки. Призывная комиссия для них начнется с профессионально-психологического отбора. Молодые люди пройдут специальные тесты. Только после этого будущие защитники будут допущены до медицинского осмотра. Если говорить об общекраевых цифрах, то медобследование должны пройти около 10 тысяч юношей. Но в армию отправится лишь каждый четвертый. Большинство молодых людей в крае получат отсрочки. После первых проверок они отправятся защищать родину. Первый поезд с алтайскими новобранцами уедет из Барнаула в конце октября. А в ноябре 15 жителей края будут направлены на службу в президентский полк. Теоретическую часть, практическую.
25-я школа Бийска отметила юбилей. Общеобразовательному учреждению исполнилось 55 лет. Итоги работы за все эти годы подвели на торжественном мероприятии, которое состоялось в городском дворце культуры. Более полувека назад 25-я школа Бийска распахнула свои двери. Многое поменялось с того времени, но неизменно осталось одно. Учебное заведение, как и прежде, обучает детей и готовит их ко взрослой жизни. Хотела бы сказать в первую очередь огромное спасибо нашим дорогим учителям. Спасибо за ваше терпение, за ваш большой труд, за ваше неравнодушие к собственному делу. Сегодня поздравить коллектив 25-й школы с юбилеем пришли учащиеся и выпускники. Не забыли на праздники и ветеранов педагогического труда, которые десятки лет посвятили работе в школе. Им особое внимание. 25-я школа в рейтинге среди общеобразовательных городских учреждений занимает лидирующие позиции. Учащиеся – постоянные участники и призеры краевых и всероссийских олимпиад. Радуют и результаты единых государственных экзаменов. В своем выступлении это отметила главная учительница Бийска Елена Андреева. Отрадно, когда вы сегодня заходили в зал и глазами искали дорогих вам людей. Махали рукой и говорили «Привет». Когда вы подходили к своему педагогу и говорили «Спасибо». Вот это самая важная и самая главная оценка в работе каждой школы. И вам, ну, сегодня 2 пятерки. Сегодня в школе обучаются 777 человек. С каждым годом число учащихся становится только больше. В учебном заведении не боятся экспериментов и инноваций. С 55-летним юбилеем кузницу знаний поздравил депутат Алтайского краевого законодательного собрания Андрей Абрамов. Всем выпускникам всех лет школы можно позавидовать, потому что они жили, росли и учились в творческом поиске. И сейчас уже в своей взрослой жизни они могут с легкостью браться за что-то новое. Депутат пришел не с пустыми руками. Накануне юбилея он узнал, что для занятий физкультурой в школе не хватает волейбольных мячей. Это и стало подарком. Спортивный инвентарь учащиеся смогли оценить уже на первом уроке. На достигнутом 25-я школа не останавливается. Впереди грандиозные планы и реализация новых идей и инновационных проектов. Алена Кисеева, Сергей Доровских, Андрей Сигаев. Будни. Крупные соревнования по каратэ-до состоялись в краевой столице. Бийские спортсмены в них тоже приняли участие и показали достойные результаты. В нашей копилке награды всех достоинств. Первенство спортивного профессионального клуба каратэ-до «Гора» состоялось уже в 5-й раз. В Барнаул побороться за места на пьедестале почета приехали более 300 воспитанников со всего Алтайского края. На масштабных соревнованиях разыгрывалось более 60 комплектов медалей. Юные спортсмены соревновались как в личном, так и в командном зачетах. По итогам состязаний места в общекомандном зачете распределились следующим образом. Лучшими стали воспитанники клуба из Барнаула «Боец». Второе место заняли бичане, и бронзу завоевали хозяева турнира «Спортсмены горы». Спонсор прогнозы погоды – сварочный центр. Все необходимое для сварочных работ вы найдете именно здесь, в сварочном центре. Все для сварки. В большом ассортименте. Сварочные аппараты, проволока, резаки, редукторы, шланги, карбид, электроды. Сварочный центр. 45 25 56. И о погоде. Итак, завтра, 12 октября, в Бийске будет переменная облачность. Ветер восточный, переходящий в северо-восточный, слабый. Атмосферное давление и влажность воздуха очень высокие. Магнитосфера возбужденная. И о температуре ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 2, плюс 4 градуса. И это все новости на сегодня. Желаю вам приятного завершения этого дня и отличного настроения. Будьте здоровы, и пусть в вашей душе всегда живет весна. Счастливо!